Всем привет! Сегодня я вам хочу показать посылку, которую мне прислала одна моя знакомая из другого города, курьерской службы. Прислала мне вот такие деревянные круглые палочки. Это карнизы деревянные. Как она сказала, они экспортируются к ним в город из Италии. Это какая-то ценная порода дерева. Она мне их прислала для того, чтобы из них я сделал какие-то изделия. Потому что они валяются без надобности. И хочет, чтобы из этого всего я сделал какие-то табуретки или вот шезлонг она хочет. Вот это очень красивое дерево. Не знаю, что это за дерево, но такое не очень тяжелое. Можно сказать, даже легкое. Но на ощупь достаточно плотное. Красиво имеет текстуру. Сверху она, конечно, чем-то покрашена, но из торца видно достаточно широкие такие годичные кольца. И очень красивое дерево. Диаметр всех палочек 28 миллиметров. Эта пачка заметно тяжелее за эту. Это вообще очень легкая. В ней находятся вот такие вот палочки. По виду похожи, не знаю на что даже. По весу и по плотности больше на липу похоже. Но если присмотреться, здесь есть такие черточки, как у бука похожие. Но очень легкое дерево. Не знаю, что это за дерево. Больше на пластиковую трубу по весу похоже. Это какое-то по виду больше на сосну похоже. Тоже оно чем-то покрашено. Ну, качество, конечно, изготовления этих палочек не очень хорошее. Например, в этой очень хорошо видно, что она не совсем круглая. Есть грани такие, и на ощупь они ощущаются. На бликах видно от лампочки. Что-то нужно из них сделать, придумать такое, чтобы не испортить это добро, которое мне попало для переработки. Вот эта палочка в мой рост примерно 1,80 м, но по весу очень легкая. Здесь тоже видно такие как бы черточки, текстура такая очень интересная. Я ее шлифанул здесь торец. Очень такой он цельный. Не видно ни годичных слоев, ничего, как пластик. Хотя это дерево. Не знаю, насколько прочное. Вот такая вот посылочка мне сегодня пришла. Это на пробу, можно так сказать. Попробую, что можно из этого всего сделать. У нее, как она сказала, их еще очень много таких карнизов. Будем что-то пробовать делать. Так что круглая тема продолжается. Кому интересно, что у меня из этого все выйдет, следите за каналом. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем пока!